Hola, друзья! Hello, guys! Hola, hola, друзья! Мое новое приветствие музыкальное. Вот. Мы приехали в Golden Valley. Золотая деревня. Ну, какой-то парк, тропинки, здесь Олег. Сейчас мы его найдем. Я подумал, что будет уже скучно гулять. Столько этих мест уже полно видели. Поэтому мы будем общаться с вами. Вот, сейчас мы сюда ехали через лес. И вообще сейчас народа, никого, никаких туристов нет, что меня, конечно, радует. Походу, либо туристы испугались вирусов, которые начали распространяться во Вьетнаме, либо погода, потому что 5 дней подряд шел дождь, вообще не переставаю. Переставал, может, на минуты, на час и опять. Сегодня вот еще не было с утра дождя, хотя вот уже начинает, по-моему, опять накрапывать. Надо было раньше выбираться. Никого нигде нет. Красота. Лепота. Стоит это 70 тысяч вход, это 3 с чем-то доллара, либо 210 рублей. Да, я научился считать сразу в рублях. Просто умножаешь на 3, все гениальное просто. Ну и убираешь тысячи. Цветочки тут всякие. Деревца. Ну, естественно, Хонг Далксе Док Ой Най. Один из вопросов, в какую страну, в следующий или город, вы собираетесь в путешествие? Итак, мы собираемся поехать, сейчас склоняемся, сначала склонялись поехать все-таки к морю, к Муйне и там сидеть. А потом мы решили, что, наверное, в августе уже стоит попытаться уехать из Вьетнама, потому что уже есть, в принципе, возможность и... В принципе, я думаю, уже можно двигать. Но осталось, хочется посмотреть еще во Вьетнаме север. Это Сапа, Ханой и те края. Поэтому, скорее всего, мы двинем туда. По пути будем останавливаться в каких-то городах. Будем ехать на поезде или на автобусах, смотря что есть. И постараемся ехать не вдоль моря, а именно вдоль гор, по горам. Если есть вообще такая возможность, я еще не проверял. Вот, и из Ханоя уже стартовать в конце месяца куда-нибудь в другую страну. Сейчас рассматриваем на данный момент Армению, на тот момент, пока я записываю видео. Дальше я не знаю, может, у вас есть какие-то советы. И там уже в своем районе тусить, там можно и визу получать для Нави в другие страны или в Россию, потому что там более лояльнее ко всему относятся, не нужно иметь резидентство. Вот, и... Ну, как-то много возможностей для путешествия там есть в той округе. Вот. В Азии же все закрыто, и здесь перемещаться особо толком нельзя. Ну, и мне кажется, это как хороший, оптимальный вариант. К тому же для Нави там визу не так сложно сделать. Есть билеты, я посмотрел, через Дубай. Вот. Ну, а пока будем думать. Это вот на момент, когда я записываю видео, а сегодня 4 августа. Там Не, еще спрашивают, может, типа на Бали. Мы вообще хотели, да, на Бали, но, во-первых, это они закрыты. Может, даже если откроются, почему-то не так уже интересно ехать, ну, потому что так много материала, так много известных блогеров туда ездило, все уже снимало. Хочется туда попасть, да, но, может, не сейчас. Вот, и в Турцию еще сейчас много людей очень поехало. У меня почему-то постоянно такой инстинкт, не знаю, не инстинкт, а... Когда я вижу, что все это делают, мне это не хочется делать. И мне прям так с самого детства, если вот все туда прут, то мне туда не хочется, мне уже неинтересно. И если все этим занимаются, мне это уже неинтересно. И
сейчас все поехали в Турцию, и все, мне это уже не интересно. Ну и вообще это такое популярное было направление всегда, что... И мне не нравится это популярное направление, потому что, ну, как-то банально, что ли. Филиппины, да, звучит круто. Турция, Греция, ну так. Хотя, может, я не прав. Еще был вопрос насчет перебоев финансирования. То есть, просили ли вы меня по деньгам из-за кризиса, просила ли у меня ситуация по деньгам из-за кризиса, или упали ли доходы. Да, на стоках чуть упали доходы, ну, особенно это заметно у Shutterstock'а. Вот, то есть раза в два, в три практически упали доходы, но другие стоки немного стали больше. Ну, в целом, небольшая просадка есть, 30%, я бы сказал. Вот, и я надеюсь, что когда-нибудь ко мне придет письмо с Ютуба, и у меня будут какие-то деньги там еще с Ютуба дополнительные, с монетизацией там $100-200, 300, я не знаю, как будет по просмотрам. Ну и еще вы можете мне немного помочь. У меня есть сейчас несколько сервисов, я давно их не рекламировал, вследствие чего у меня там они не развиваются. Это Patreon и Boosty. Это такие сервисы, где я выкладываю дополнительный материал, и вы можете купить там подписку. Подписка недорогая, по цене там кофе, по цене 2 кофе. Вот, ну и самое большое там в районе 1000 рублей. Есть подписки с разными условиями. По некоторым открывается доступ к дополнительным видео. Вот, а и на Ютубе есть такая же функция, называется «Спонсировать» под каждым видео и на главной странице канала. Вот, и получаете дополнительные видео. Также, ну, самый маленький прайс – это просто, чтобы поддержать меня. То есть каждый месяц у вас будет списываться там сумма определенная, там 50 рублей или 1 доллар. Вот, и ее можно отменить в любой момент, либо поменять в любой момент, вот, и будет сниматься сумма. То есть это никак не отражается на других подписчиках, то есть все остается для остальных также. Вот, и также есть на Патреоне и на Бусте, там, в принципе, все дублируется. Вот, может, кому-то это удобнее так. Вот, также доступны стримы, которые я убираю. Вот, и некоторые стримы я не оставляю в общем доступе, я их делаю доступ по ссылке, и ссылка доступна только подписчикам Патреона, Бусти и спонсоров на Ютубе. Вот, так что заходите, смотрите. И еще на Патреоне и Бусти есть обучающие материалы. Вот, еще не все, но я буду постепенно дополнять. Там есть о том, как я монтирую видео, о том, как я снимаю видео, как снимаю для стоков, как я там крашу, делаю цветокоррекцию, например, подводные фотографии. Вот, в общем, такого рода материал. Постараюсь это скоро дополнять, вот, больше выкладывать. Я там не очень активный, но, в принципе, там уже много постов набралось, всяких видосов, которых нет на Ютубе. Так что, если хотите меня поддержать и еще получить какие-то бонусы, то добро пожаловать в Boosty, Patreon. Подписывайтесь. Вот. Ну, либо Donation Alert, ссылка тоже почти под всеми видео. Там просто сборы на цели, либо во время стрима можно задонатить. Ну, или Тинькофф карта. Вот, в принципе, все способы меня поддержать. И спасибо всем огромное, кто делает это и кто это делал. Также огромное спасибо, кто комментит видео, ставит лайки, проявляет активность. Благодаря этому канал может развиваться. Так, ну теперь настоящий экстрим для мужиков, мужицкий экстрим. Нет. Так вот, заехали, зашли кофе попить. Cheers, guys. Заменили музыку. I found a very cute doggy. Careful. Hello.
Вон ценник. I have to wash my shoes, cause it's so dirty. Все, сейчас поедем на одно озеро смотреть. Олег там на карте нашел прикольная такая водичка, бухточка какая-то. Вот. Не, путь не очень близкий, около часа ехать. Надеюсь, дождь опять не начнется, потому что дождь над нами издевается просто. Он начинает идти, мы садимся пить кофе, он заканчивается. Мы как выходим и выезжаем, он опять начинается. Вот. Сейчас посмотрим, ладно, что это за озеро. Насколько оно красивое. Back and forth. Going up to that mountain. По пути была обнаружена такая плотина прикольная с оранжевой речкой. Нави говорит, не ходи. Не током, говорит, здесь ударит. Ладно. Вот солнце выходит, нифига себе, редкость. На редкость нам просто везет сегодня. В общем, туда, куда мы хотели поехать, там, оказывается, дальше только на машине можно проехать, и стоят эти типа УАЗики, джипы всякие, и предлагают за деньги 200 тысяч человека, что показалось очень дорого, поэтому мы предложили 300 тысяч, они сказали, я думал, дрон, это стройка, они сказали 400, мы говорим, ну нет, 300 минимум, или мы уезжаем, они сказали, окей, они готовы сидеть лучше без работы, чем сделать скидку и ехать. 7 километров там по бездорожью просто надо ехать на байке. Ну, байки убивать прям надо, чтобы доехать. Чуть проехали обратно, и здесь вот такое место прикольное. Не знаем, что это. Здание из камней сделано. Такое вот. Площадка здесь. Интересно, что это вообще? Типа кафе заброшено. Это резорт, мне кажется. Вау, озеро. Симпатичное место. Можно прям посидеть так, залипать. Пойдем дальше погуляем. Здесь классное место. Такое умиротворенное, спокойное. Никого нет. Никто нас не прогоняет. Это класс. Это мое почтение. Еще вопрос был, ну, снимаю я ли на стоке сейчас. Вот. И какой основной заработок как раз. Ну, основной заработок, как я и говорил, я снимаю футажи для видеостоков. Продаю их на таких сайтах, как Shutterstock, Adobe Stock. Люди покупают под свои проекты. Снимаю ли я сейчас специально для них? Специально нет. Я туда заливаю только самое лучшее сейчас. То есть то, что прям, ну, вообще классно получилось. С дрона там какие-то футажи.
Вот, и загружаю то, что снимаю для Ютуба, и параллельно то, что получилось хорошо, я загружаю настойки, то есть без фанатизма, около меньше 100 файлов в месяц где-то выходит, может даже 50. Вот, ну и как-то так поддерживаю. Слышу, ребята кричат: зебры, настоящая зебра там. Что-то мне не верится. Ау-ау-ау. Прям вцепилась в колючки. Да, наверное, лошадь покрашенная опять. Мне кажется, это покрашенная опять лошадь. Ну все, прикрывается лавочка. Сказали, вежливо нас попросили идти обратно, откуда пришли. Наверх или вниз. Так много рыбы здесь плавает, и такую огромную видел рыбу в центре озера. Прям чудовище какое-то. Прикольно. Да, территория интересная делается. Резорт, видимо. Кислотный жучок. Кислотный диджей. Эй! To help. Go. Can I wait here? He's touching my breath. Home. Или мы снова в это кафе Химори с японским названием, ну, с вьетнамской кухней, с такими видами крутыми. Вот, будем есть, да и домой, наверное. Сегодня погода удивительная, просто радует. За неделю, наверное, первый раз солнце вышло, прям так, чтобы выше и выше, и не уходит. Круто. Есть лимончик. Oh, here is лимончика. Лимончика? Лимончика is here. Один. But very small. Вот и пришло время прощаться, дорогой зритель. А, наслаждаюсь солнцем. Неохота прям уходить из-под солнца. В общем, спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали это. Давно я не рекламировал подписку. Но если вы смотрите больше 2 видео, посмотрели, вам нравится, то подписывайтесь. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, чтобы подтолкнуть видео и помочь мне в развитии канала. И подписывайтесь также, кто хочет меня поддержать, на Патреоне, на Бусти. Обычное спонсорство на Ютубе. Вот. It's very sunny here in Dalat today. Say пока. Weather is really great. Yeah. No rain and not too cold. Goodbye, guys. See you again next time. Пока, пока. Пока, пока. Пока, солнце, на всякий случай. Возможно, увидимся не скоро.